Всем привет! Уже второй день Одесского мессианского ретрита. Шалом, здравствуйте! Вы первый день, да, или второй день на ретрите? Я уже второй день, наслаждаюсь. А какие у вас впечатления? Впечатления самые прекрасные. Скажу, что это хорошее время для Божьего народа, чтобы получить что-то новое для нас как общины, чтобы понять, переосмыслить, куда мы движемся и как нам это делать. Поэтому я думаю, что это будет хорошим для нас началом, хорошим для всех временем искания Божьего лица, временем общения друг с другом. Поэтому слава Богу за то, что у нас есть эта возможность в этом году сделать такое мероприятие. Freedom isn't the practice of getting rid of sin. Свобода – это не просто практика освобождения от греха. Nobody has a question. Ни у кого нет вопросов. That means I did a good job. Это говорит о том, что я вчера хорошо справился. Team. Вот почему вам нужна команда. Team of elders with different giftings, different possibilities. Команда старейшин с разными дарами и возможностями. Отдавали жизнь Христусу и были уздравляны. И во время его проповеди происходили невероятные вещи. Люди отдавали жизнь Иисусу, и было исцеление.